Это нереально вкусно. Зефир тянется, шоколад растаял. Я не могу уже ждать, я уже тоже пробую. Всем пока, ребята. Я тоже ложу камеру и буду пробовать. Ням-ням-ням-ням-ням. Сюда, сюда. Вот тут встал. Привет, ребята! Привет! Привет! Сегодня влог. Сегодня у нас влог, абсолютно точно. Мы очень любим наш лес, любим в него ездить, по нему гулять, собирать грибы, да, Эмма? Да. И еще любим на костре готовить разные вкусняшки. Да. Что сегодня Тима придумал интересного, расскажешь? Очень вкусненький десертик. Сегодня снова будет очень вкусненький десертик, который можно приготовить на костре, да? Да. Шоколадный сэндвич с маршмеллоу. Шоколадный сэндвич? Да. Еще и на костре? Рецепт очень простой и очень вкусный. Запоминайте и готовьте с нами. Сегодня Тима снова повар. Я очень люблю, когда ты готовишь вкусняшки. И Эмма любит? Ха! Ну все, ждем, пока прогорят наши дрова. Но перед десертом надо хорошо подкрепиться. Сегодня мы приготовим лосось на открытом огне. Я замариновал этот лосось в оливковом масле с травами и зернами горчицы. Ну давай скорее готовить, я уже так кушать хочу. Давай. Десерт. Ну, сначала основное блюдо. Сегодня у нас будет полноценный большой обед. Да. Очень большой и очень полноценный. Ребята, пишите в комментариях под видео, а что вы любите готовить на костре. Мы что будем готовить разные вкусняшки. Тима выбирает интересные рецепты и будет вас удивлять ними. Ой, как же это вкусно выглядит уже. О, уже готово. Маленькие кусочки уже готовы, точно. И пробует первый Тима. Маленький. И как? Очень вкусно. Бомба? Угу. Но оно еще горячее. Ай, класс. Класс. Лосось на костре вкусно? Очень. Что там, папочка? Я уже могу пробовать, а то он ест, я тоже хочу. Сейчас будет и тебе. Я тоже сейчас хочу. Сейчас Эмме колбасу подготовим. Эмма у нас рыбу не ест, да, вот так вот. Да, так. Эмма у нас любит колбасу, да, Эмма? Хотя рыбка куда круче. Да, реально. Ребята, а что бы вы выбрали? Пишите в комментариях под видео, что бы вы выбрали? Колбасу рыбу? Или рыбу? Рыбу или колбасу? Эмма, ты что выберешь, колбасу или рыбу? Кабаху. А ты, Тима? Рыбу. Ребята, а вы как? Пишите в комментариях под видео. Будет у нас челлендж. Рыба против колбасы. А я рыбу. Я буду рыбу. Так, для моего супер сэндвича надо 2 вот таких вот печенька. Ну, 2 это если делать на одного. Ну, если да. Для одного супер сэндвича. Ну, я рассказываю на одного человека. Ну, ты делай больше, чем один, я тоже хочу. Берем потом шоколад. Сейчас я ребятам покажу, какое именно печенье. Это вот такие крекеры, которые с семечками, с кунжутом, с льняным семенем. Вкусное и полезное. Много шоколада туда надо? Ну, сколько влезет на печенька? Я думаю, хватит 2-3 кусочка. О, вот так вот, вот идеально вот. А маршмеллоу куда? Все продумано. Все продумано? Да. Теперь я беру маршмеллоу и ложу его прямо на шоколад. Одну? 2.
готовим еще таких 3 порции и идем ложить на огонь. Давай, я тебе помогу. Давай. Готовы наши 4 порции. Идем их ставить на огонь. Пошли. Шоколад у нас молочный, да. Но кто любит черный, можно брать и черный. Я больше люблю черный, но сегодня молочный. Ребята, а вы какой больше любите? Черный или молочный? Пишите в комментариях я под видео. Я все люблю. Тима любит всякий. Выкладываем наши сэндвичи на гриль. Теперь ждем, пока шоколад и маршмеллоу начнут таять. Я думаю, что долго ждать нам не придется. Что тут у нас? Шоколад уже расплавился. Маршмеллоуки тоже уже мягенькие. Класс! Пришло время накрывать второй половинкой печенья. Ой, а ты прижимаешь, и оно да. Там слепливается. Класс! Красиво? Ну? А ну-ка. Ох ты ж. Класс. Ну все, бомба. А теперь переворачиваем на другую сторону печенья. Как это сделать? Как это сделать, я не знаю. Можно? Вот так вот. Можно. Ага. То есть крекер будет мега хрустящий и горяченький, да? Да. То есть шоколад подплавился. Готовятся наши десерты моментально. Да. Очень быстро. Так. Все 4 порции. Посмотрите, ребята, шоколад расплавился, зефир расплавился. Можно пробовать? Да. Ох. Первый кому даешь пробовать? Вот 2 первых себе и Эмме. Да, я поближе покажу ребятам. Смотрите, шоколад расплавился, зефир расплавился. И они даже немножко соединились между собой, да. Там. Да? Да, у меня горячая. Горячая? Я позову зубака. Подождешь? А Тима не ждет. Тима уже пробует? Ага. Крекер хрустящий, тепленький. Угу. Ну, кусай. Ой, ребята, вы слышали, как оно хрустит? Как Тима? Эмма не выдержала и тоже схватила уже. Ребята... Я тоже хочу пробовать, я уже не могу удержаться. Это простой и очень вкусный рецепт. Угу. Пробуйте тоже такое готовить на костре. А Тима вообще даже ничего не говорит, кроме занят. А ну, Эмма, как ты? А ну, вкусно? Угу. Да? Ага. Ну все, ребята, я тоже сейчас буду пробовать. Всем пока-пока. Пробуйте такую вкуснятину. Подписывайтесь на канал и ждите другие вкусняшки от Супер Тимы. Кулинарный влог от Тимы. Это нереально вкусно. Зефир тянется, шоколад растаял. Я не могу уже ждать, я уже тоже пробую. Всем пока, ребята. Я тоже ложу камеру и буду пробовать. Ням-ням-ням-ням-ням. Блюдо дня. Бананы с шоколадом на открытом огне. Очень быстро готовятся. Ну, теперь будем сейчас пробовать, насколько это вкусно. Привет всем! Сегодня у нас влог. Весна, тепло. И сегодня мы открываем сезон наших путешествий. Да, это наша первая вылазка в лес. Эмма еще там не спит. Эмма, в лес едем? Да. Да, едем в лес.